Приветствую вас, друзья! Ассаламу алейкум! Вы на канале «Спорт. Тренировки. Бои». Я вас попрошу, кому понравится видео, поставьте лайк, кому нет – дизлайк, кому интересно – подпишитесь на канал. Готовиться поехал. Так я готовлюсь. Ты откуда едешь? Надеюсь, в тренировке? Да, как раз вот еду на тренировку. Все, самое главное, чтобы потом у тебя не было оправданий, я никогда в жизни не тренировался. Ну что? Я даже никогда в жизни не тренировался, тебя набить мне этого хватит. Скоро уже пенсия, вот она, чувствуешь, да, ее уже? Я же тебе говорил вроде по поводу этого балла, продлить уже. Нет, ну это, смотри, для всех это сделали чуть дальше пенсионный возраст, но не для тебя. У тебя уже в этом году заканчивается срок. Тебе позвонили и сказали, да, об этом? Конечно, конечно, я тебе звоню и говорю об этом. О чем? Я надеюсь, ты будешь в лучшей ты своей идеальной работаешь. Форме, чтобы потом не говорили, типа, вот, Зелимхан опять. Ты слишком для меня слабый боец, чтобы я для тебя готовил идеальную форму. Ну, я помню, ты Коваленко также говорил, однако чуть не проиграл. Нет, не говорил. Почитай, посмотри комментарии, почитай. Я не говорил ему такого. Ну, там люди говорят, типа, вот, ну, люди, я считаю, говорят, что это как Малахов, хоть и выиграл, но... У меня один вопрос. Насколько тебя хватит? У тебя еще вопросы доктору... остались? Конечно, кому? Конечно. Ты хоть к доктору ходишь, чтобы сердце не выскочило там, печенка не упала. Нормально все? Ну, напомни мне хотя бы одного своего соперника, которого с тобой в бою это произошло. Ну, там все уставали. Ты провел 5 боев, из них выиграл 1 решение. Я провел 7 боев, из них выиграл 5 решений. Но ты мне просто не интересен, поэтому я не наблюдаю. И знаешь, самое главное, я уронил твоего лучшего друга Панду. Давай тебе Панду вообще, раскатал тебя. Че ты глядишь? Да, ты же сам видел, что он упал. И победу тебе отдали, чтобы со мной бой у тебя получился. Разве ты не понял, что... Я так и до сих пор не понимаю, там Панда проснулась или еще нет. Мне вот этот момент непонятен. Ну, вроде ладно, вчера бодрый вот был. Смотри, у нас же с тобой сколько раундов? Ты на сколько согласился? На 6, да? Я же тебе сказал, насколько ты скажешь, настолько я соглашусь. Так я же тебе изначально говорил то, что 12. Это на хардкоре ты говорил, да? Да. А потом я слышал, ты там где-то шептался где-то там, я нет? Не, я могу тебе это и на правде повторить. Что ты мне можешь повторить на правде? 12 раундов. Так я тебе могу то же самое, что я тебе на этом махарткоре сказал, так же тебе ответить. Все, договорились. Правильно, только поехали. У меня вопрос, в каком раунде ты хочешь упасть? В каком раунде? Я же тебе сказал, если ты же мне записал. Ты говоришь, я даю тебе выбрать раунд, я тебе даю выбрать. Что там еще давал выбирать? Форму, я тебе даю выбрать еще печень, челюсть, что ты хочешь. Да, вот я тебе сказал печень и челюсть, это уже на твое усмотрение. Но если ты меня хотя бы раз в нокдаун не отправишь... В первом раунде, тогда получается это все. Только в первом раунде? А если во втором нокдаун отправлю тебя или в нокаут? Нет, если ты первым сможешь меня хотя бы в нокдаун отправить, все, хоть ты меня во втором нокаут отправишь, и в первом раунде ты свое слово держал, все, значит, дальше вопросов тебе нет никаких. Так, вот. Подожди, но я же тебе не... знаешь. Что, я же не говорю так, тебе. Я тебе так скажу, ты не то чтобы не в первом раунде, не в втором, не в третьем, вот, ты просто так... А ты где вообще сам находишься? Я недалеко нахожусь, в Грозном. Хочешь, я тебя могу и здесь где-нибудь в нокдаун или в нокаут отправить? Кого, меня? Где? Да. Ты думаешь, это тебе хардкор, что ли? Это Кавказ. Ну, конечно. Ну, здесь, смотри, здесь если ты один приедешь, то без прыгать. Ну, давай тогда посмотрим, как ты ответишь за это. Все, вот здесь как раз нас только почти 3700 человек, и они живые свидетели. И если ты это не сможешь сделать тогда, я тебе дам и предоставлю эту возможность до боя, короче. Вещать с тобой я дальше не буду, я тебе так скажу. Я приеду туда, где ты, как но я когда-то... Не забудь то, что тебе надо приехать одному, а не звать с собой целую толпу, как ты обычно... Ну, я приеду туда один, и я один для тебя буду, как толпа, поверь. Все. Ну, смотри, давай, чё, держи свое слово. Ну и потом, чтобы после боя не кричал, вот он меня до боя вырубил. А ты не будешь говорить, что меня до боя побили, и теперь после боя бьют? Ты не переживай, этого не произойдет, потому что ты даже но не но это уже один раз произошло, я вроде знаю. Как? Ну, как?
Меня до боя побили, после боя. Да, до боя побили. Не знаю, я не почувствовал твой удар. Ты даже с нежданчиками... Я тебя щелкнул, ты как будто на растяжке подорвался, короче, отлетел. Ты знаешь, короче, друг, давай, короче, ты сейчас не тот пулеметчик, который ты был. До боя ты меня... Ты давай вот я посмотрю, как я вот за твои слова я чисто цепляюсь за них. До боя, говоришь, давай до боя посмотрим. Я тебя в любой момент жду. Когда ты приедешь, разницы нету. Ты знаешь, где я нахожусь? Я тебя буду ждать. Я знаю, где ты находишься. Мне это вообще... 5 секунд найти тебя, не проблема, тем более на Кавказе. Все многие знают, тогда где жди я... меня, просто жди меня, как не знаю, наш телефон 937-9992, жди меня и надейся, я скоро буду. Ты, главное, свой телефон всем раздаешь, да? Ты так же смеяться будешь, я посмотрю, как ты мне в лицо будешь смеяться. Я посмотрю, как ты приедешь, вначале ты приедешь, а мы потом уже решим. Давай на днях жди меня тогда. Как ты, главное, скажи, как тебя вырубить, по печени или по челюсти? Ну, это уже я тебе там самому дам выбрать. Все, договорились. Главное, все, печень. Давай. Иди выспись себе, тебе надо поспать, ты же спортсмен. Да нет, я свеж, Зелин, вот так не делай, а то купаться нужно. Купаешься? Я про тебя говорю. Я приеду, я тебя искупаю, купаться. Ладно, да. Все, давай посмотрим, что... Давай тогда. Обнял, поднял и зарыдали горы.